Всем привет! Сегодня я покажу вам моды для редактора существ. Приятного просмотра! Представим ситуацию, что вы делаете видео и вам нужен футаж с вашим существом. В этом вам поможет мод, который добавляет зеленый фон в редактор существ. Вот как это выглядит. Для этого нужно в проверке существ выбрать зеленый фон. Следующий мод добавляет много разных разноцветных сфер и цилиндров. Они нужны, чтобы создавать разных красивых существ. Например, таким образом можно прорабатывать мелкие детали существ. Вот как выгляжу я после этого мода. Следующий мод похожий. Он добавляет множество цветных пластин. В самом редакторе их цвет не отображается, но в режиме окрашивания и проверки они отображаются нормально. Некоторым могут показаться эти моды бесполезными, но любителям создать красивых существ они могут пригодиться. Вот такой разноцветный чудик у меня получился. Последний мод добавляет головы людей в редактор существ. Если у вас не получалось сделать нормальную башку человеку, то этот мод поможет вам устранить беды с башкой. Вот это голова обезьяны. Вот такое чудище я сделал. Ссылка на все моды будет в описании. Спасибо за просмотр.